Приветище! Это пресса 72, альфа 1.5, и мы только что свистнули из туалета ворона Виртухан. Ворон за нами следит, но не бежит. Короче, Виртухан одевается на голову и крутится на башке. Если взглянуть на тень, то ее видно. Инструкции к ней, к этой вертушке никакой не было, поэтому сейчас будем разбираться, что это такое. Первое, что я заметил, это то, что вместе с вертушкой я бегать быстро не могу, поэтому ее нужно снимать с башки. А второй момент, который я заметил, когда я ускоряюсь вместе с вертушкой на башке, то, как ты видишь, я взлетаю, парю, как Карлсон. И сейчас мы приземлимся на крышу, и я надеюсь, что найдем где-нибудь варенье. Ну или что-нибудь сладкое. Ух ты, я, кстати, не замечал, что тут дырка есть. Три ящика, сейчас откроем. О, смотри на тень! О, конфета! Обалдеть. Ну, да, мне, кстати, говорили, что тут 5 конфет, а не 3. Ай, жалко, забрать не могу. Все карманы битком. Может, что выкинуть из карманов? Давай посмотрим. Вот, например, стул. Какого лешего мне сдался в кармане стул? Давай его куда-нибудь выкинем. О, смотри, котейка бежит. Еще раз запалил его. Давай проследим, куда это он. Куда это ты бежишь? Кись-кись-кись-кись, иди сюда, к папочке. Хотя, какой тебе папочка? А, это он, получается, прибежал к себе домой. Давай-ка залетим сюда. Я еще тут не был. Надо оторвать вот эти досочки. Как-то плотно они так, это, прибиты. Вот так вот. И последняя. Ну! А, все, она отвалилась. В общем, кошак живет неплохо. Прям апартаменты какие-то у него тут. Но тут пусто, ничего нету. О, гляди, между моей башкой и пропеллером ничего нету. Ну, в смысле, там, расстояние большое. Короче, я пришел к выводу, что нам нужно сейчас на этой вертушке все облететь и найти последнюю конфету. И, конечно же, потушить печь ворона, чтобы достать золотой ключик, который откроет чердак. Кстати, а тут шахта не открылась еще, не? Не, все закрыто. Значится так, скидываем весь лишний балласт, огнетушитель нафиг не сдался, у нас есть вертушка. А чё тут ворон трется? Чувак, хватит уже в лес бегать гадить. Я тебе туалет открыл, если ты не мог найти ключ свой, собственно, спрятанный. О, а это что за картонка тут? Чё это такое? Просто картон, что ли? Ну да, просто картон. Короче, летим вот до этого автобуса, в который нельзя проникнуть. Хочу посмотреть на этого вандала, который тут тусует. Вон он, засранец. С мешочком на спине. Скорее всего, в этом мешочке есть что-то краденое. Вот ты какой! Носа торчащая из толстовки, ноздря. Эй, жалко, нельзя сюда попасть внутрь. Так бы я ему напенал. Если честно, мне кажется, что его сюда посадил ворон, чтобы следить за чем-то. Но зачем? Это нам еще предстоит выяснить. Так, теперь полетели вот сюда. Тут прям отверстие специально для нас. Типа, залетай сюда. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Вылетаем, нет, не через крышу, вот через отверстие. Какое странное здание. А, ну кстати, тут это, невидимая стенка, то есть внутрь зайти все равно не получится. Обидульки, конечно. Ну все, летим к ворну. А, ты здесь? Ты меня типа караулишь? Похоже, знаешь на что, как будто он воздушный шарик с гелием тащит. В виде шарика выступаю я. Но мы улетаем высоко в небеса. Он словно отпустил меня от себя. Что-то песни какие-то пошли. О! Огнетушитель в деле. Киборг-убийца преследует Виртухана. Ужас какой, надо бежать отсюда скорей. Итак, действуем по плану. Одеваем вертушку. Взлетаем наверх. Первое, что нам нужно сделать, это перекрыть подачу картона и вообще мусора в печь. Соответственно, для этого нужно нажать на рубильник. Врываемся в здание. Проверим на всякий огнетушитель. Конечно же, нет. Переключаем рубильник. Все, подача мусора в печь прекратилась. И пойдем его тушить. А, блин, я же огнетушитель в тачку выкинул. Ладно, возвращаемся за огнетушителем. Спокуха. Так, значит. Выкидываем крюк-кошку. Пусть будет крюк-кошка. Хватает. О, кстати, у меня же стул есть. А что если подпереть входную дверь? Вот это идея. Как в «Привет, сосед один», а? А что, нельзя так сделать? Да, а нафига тогда здесь стулья? Сосед,
Ты дома? О, чай не греешь. Гостей, что ли, ждешь? Но гости уже убежали. А, он не за мной, что ли, побежал? Ладно, двери закрываем. О, сосед, у тебя там чайник скипел. Иди снимай, а то выбежит через край. Да, конечно, обидно, что стульями нельзя подпирать двери. Ну, видишь, он дверь открыл. О, нифига себе, он стул мой взял. Сейчас я огребу, походу, этим же стулом. Че это пролетело? Фига себе, вот это он стул швыранул, так швыранул. Хорошо, что в меня не попало, а то под меня ничего не осталось. Ну, все, миссия «Потуши пожар» началась. Надеюсь, что у нас все получится в этот раз. Приступаем. Если ворон сбежит, у меня вертушка на башке. Вон, он сбежал. Мы просто взлетаем вверх. И все, чтобы... О, он упал. Отлично, у меня есть шанс еще немножечко потушить печь. Ага, тушим, тушим, тушим. Ключик вон там висит, я его уже вижу. Огонь слабеет. Печь тухнет. Пенки навалом. Все, мы затушили, ты прикинь. Ключик надо забрать. Ай, вертушка не дает мне. Вертушка не дает мне присесть. Ай-яй-яй. Попался я. Юху! Нифига себе, у меня стулья из кармана повылетали. Так, значит, быстро берем вертушку. Взлетаем наверх, пока этот идиотина не затопил печь. А мне нужно не забыть снять вертушку. Снимаем вертушку. Присаживаемся. Ну же, хватай ключ. Да! Мы стащили ключ. Ура! Все, короче, взлетаем наверх. Сразу, сейчас... А, не достать меня, да? А где твой огнетушитель? Выкинул его. Фу, мне не верится, что мы стырили у него ключ. Летим сразу открывать чердак. И надеюсь, мы там увидим детей. И они живенькие, здоровенькие. Они жмурики. Так, все подошло. Открываем. И залетаем. Ну же, детишечки, вы здесь? Детишки. О, как тут темно и мрачно. Ужас. Вот они! Вот они, детки! А почему их двое, а где третий, я не понял. Их же трое было. Пойдем-ка поближе подойдем. Ребята, а где третий? Что-то они какие-то дохленькие, слушай. Не шевелятся. А, вон он, третий. А что его отдельно заперли, я не понял. Плохо себя вел, что ли? Понятно. Что нифига не понятно. Ну, принесу я, допустим, конфеты, положу им. Возможно, они оживут. Но это не факт. Но вот как достать теперь еще третьего ребенка, это вопрос. Вопрос вопросецкий. Ладно, короче, погнали за конфетами. Место нахождения четвертой конфеты мы с тобой знаем. И сейчас ее заберем. А вот пятую придется поискать. Поискать так же, как и монитор для нашего дрона потерянного. Просто дали совет, мол, если ты найдешь монитор, то ты сможешь посмотреть, где находится твой дрон. Как бы это логично, поэтому нужно найти этот монитор. Поэтому сейчас у нас будет облет всей территории. Все дома обшарены, за исключением чердака кошачьего дома. Поэтому надо бы... А что это там такое белое? Конфет! Конфета! Это конфета! Конфета, а где проход? Проход где? Похоже, что нужно через дом как-то. Как-то через дом попасть на чердак. Сейчас будем пробираться. А-а-а! Да тут вообще фигня. Просто лом отковырять доски и все. Вопросов-то. Только нужно еще подобраться к потолку. С комодика, если. Не, так никак. Короче, одеваем нашу вертушку. И вопрос решен. Отдираем доски. О, вот она конфета. Она упала. Вон она. Чупик. Чупа-чупа-чупс. Давай посмотрим его вблизи. Ого, какой жуткий чупа-чупс с глазом. Ну ничего же такое. А тут конфетка что? Ракета? А, это маяк. Не ракета, а маяк нарисован. Отличненько. Все конфеты собраны. Я супер-хиро по конфетной теме, короче, вот. Значит, остальные конфеты лежат у ворона в доме. В его тыквенной башке. Нужно будет пробраться их и стырить. И потом лезть на чердак. Так что, в принципе, все. А, не, хотя не все. Я еще монитор для дрона не нашел. Надо бы поискать. Еще одно здание, короче, есть, в которое я не хотел лететь, потому что оно какое-то стрёмное. Ну, видно, что недоделанное, я думал, что тут ничего нет. А оказывается, смотри! А оказывается, здесь спрятан этот чертов монитор! Чтоб его! Ну как так можно, разработчики? В недоделанном доме прятать какую-то вещь. Ладно, смотрим в монитор. И борода. Большая жирная борода. Смотри, ничего нету. Ничего не работает. Получается, что дрон либо сломан,
либо его нет на территории, и, короче, прощай, дрон, я даже не полетал на тебе. Все, типа, как говорится, подержал в ручках и хватит, поиграть не дали. Ну, сраный ворон, это все из-за тебя я просрал тогда дрона. Ох, негодяй, черт, что я наделал? Ай, случайно вертушку выкинул, капец, еще и конфеты потерял. Ай, сейчас расстройство. Это все из-за тебя, ворон. Это ты во всем виноват. Так, значит, конфеты. Одной конфеты не хватает. Где конфета? Конфета. Ломик здесь? А, вон. Конфета вон там, чуть дальше лежит. Фух. Я думал, ворон стырил. Так. А пропеллер? А пропеллер-то где? Подожди. Пропеллер я выкинул с руки. Он где-то сюда. Должен где-то здесь упасть. Пропеллер, ну где же ты? Капец. Ну не говорите мне, что я еще и пропеллер профукал. Я сейчас от горя все эти конфеты сожру, обсыплюсь прыщами и не спасу детей. И будет не хэппи энд, а эвил энд. Типа злой конец. Ну как так-то? По-любому у тебя вертушка, да? Жирный ты ворон. Иди сюда, сейчас я буду выбивать из тебя всю дурь и вертушку свою. Сейчас как ломом отхватишь у меня. Блин, его еще догнать надо. Засранец. Опа. Погоди. Это же моя вертушка. А что это она там зависла? Не понял. Вообще не порядок. Это как так? Ну, блин. Все, походу, хана в вертушке. Не достать ее больше. Все просрал вообще, все, капец. А я все думал, что это ворон виноват. Оказывается, это я все просираю. Ладно, попробуем вырулить ситуацию. Сейчас пойдем сбегаем за огнетушителем. Так, значит. Давай сперва проверим еще раз монитор с дроном. Нет, все, это капец. Это пробитое дно. Что ж, тогда выкидываем все ненужное. Там, например, ключик. Например, ломик. Он же вроде не понадобится больше. И... да и монитор с дрона тоже можно... Эх, дрон, ты подавал надежды. Но, походу, я... Все. Все. Я все. Короче, ладно. Давай возьмем огнетушитель и пойдем доставать вертухан. Может быть, надежды еще не померли окончательно все мои. Мы на месте. Группа по спасению вертухана. Получится у нас это сделать сейчас или нет, мы увидим с тобой. Но что-то я сомневаюсь. На огнетушителе это будет сложно сделать. Так, как бы нам быть? Надо взлететь повыше. Сесть на трубу. И с трубы уже попробовать добраться до вертушки. И... Момент. И... Да, фигня, лажа какая-то получается, короче. Забудем про вертушку, погнали кормить детей. Прощай, вертухан, ты служил верой и правдой. Врываемся в дом ворона. Поднимаемся на второй этаж и забираем все конфеты, которые он заханыкал себе. Вот они, конфетулечки. Три конфеточки мои. Главное не сожрать их по пути. Теперь надо открыть чердак, потому что он там еще закрыт. Я же просто снял замок. Открываем чердак и влетаем туда. Ребята, мамка пришла покормить вас. Где вы здесь? Как же это мрачно-то, я не могу вообще, капец. Так, ребятульки, сейчас будем ужинать. А вот вашего третьего другана я не знаю, как достать. Поэтому седать будете вы вдвоем, все. Подожди. Давай клади туда конфету. Клади вот. О, музыка играет. Причем она играет, когда я кладу конфеты. А еще я слышу, как ворон приближается. Давай, последнюю конфету. О, что это такое? Ты что, подошел к двери? Он, кстати, живой, смотри, шевелится. Прикол. Во-во-во, что происходит? О, нифига себе! Откройте дверь! Помоги мне! Спаси! Выпусти! Ugh.